Так, дело было вечером, делать было нечего. Поэтому мы сейчас с вами к любимой моей теме вернемся, деревянные игрушки. Subdivision Surface 2. Так, думаю, самое то будет. Скажем, да, мы отпилим, согласны. Теперь возьмем Edit Mode. И здесь придется нам побольше потянуть. И теперь мне нужно ее потянуть в сторону G по Y, если я возьму. Так, и еще теперь я ее уменьшу. S. Так. Здесь сделаю Ctrl-R и тоже уменьшу S. Таким образом, такой вот, что-то коровье сделать, да? Ну, а потом будет легко, я потом просто скажу еще раз Subdivision. Ну, все, и получится то, что мне нужно. Пока оставим так. Может быть. А может быть, сразу сделаем Surface. И скажем, что шейдинг. Вот оно так получилось. Отлично. Так. Здесь тоже пока уберем. Так. Теперь надо ушки такие сделать. Mesh. Возьмем цилиндрик. А, нет, не цилиндрик. Мы возьмем сейчас. Но чтобы он не прилипал, берем. Так, ну-ка. Сфера. Вот у нас сфера. Маленькую сделал. С маленькую сферу вытащим ее наверх. Так. Теперь давайте мы ее потянем наверх. SZ. Такое вот ухо. Так. Здесь такое ухо. Но нам надо сплющить его. S по Y. Так. Теперь выбрать некоторый Edit Mode. Полигоны. Наверное, много я взял. Зараза. Мне кажется, что много. Аккуратнее надо. Так, взять вот это. Так, здесь тоже вот так. Это убрать. И попробовать. Уджи. Нет, не получится ничего, это понятно, что слишком она. Так не выйдет. А если мы возьмем, да, вот так. И попробуем еще раз. Вот, но будет лучше. Ну, только что по игре какой-то надо все делать. Теперь вот это. Вот этот. И тоже. Теперь поменьше. И тоже по игреку.
итоге у нас должно получиться такое вогнутое ухо, как я хочу. Где-то примерно там, да? Не совсем что-то ровненько получилось. Но ничего, сейчас мы еще тут... Появились, ребята, и поменьше я сделал. Так вот. Ну, теперь, да, теперь похоже на ухо. Хорошо. И еще мы теперь вот ее подтянем наверх. Джи. Так. Перейдем опять Edit Mode. Возьмем, выделим вот эти вот точки. Эх! Нет. Б. Вот эти точки я хочу выделить. И с помощью опять же G ее увеличить по Z. Вот так будет хорошо. Так, смотрим сбоку. Мы делаем утрированно, так что не волнуйтесь, ребята, девчата. Так, берем теперь объект мод. Сюда ее. R. Поворачиваем сюда вот так. И еще раз R. Ага. Все прекрасно. Теперь скажем, что объект Set Origin 3D курсор. Вот сюда он спрятался. Так. Убираем все ненужные нам трансформации и говорим Mirror. Все. Так, есть. Теперь рожки. Рожки мы сделаем простенько. Мы возьмем сейчас. Можем конус взять. Так, ну, во-первых, по длине уменьшим, потом так, по длине еще раз уменьшим, там много. Так. Радиус. И вверху слишком остро. Вот так сделаем. Таким рожком я буду, наверное, доволен. Так, поэтому берем рожку, тянем ее наверх. И сверху смотрим все. Можно было немножечко, все-таки я перестарался, мне кажется. И вот. Так будет лучше. Так, какой-то единорог получается. Нам не нужен единорог. Нам нужен двурог. Угу. Тоже посмотрим. Так. Джи вот сюда. Дальше разворачиваем. R. Еще раз. Еще раз R. И тоже скажем, что давай-ка Set Origin в 3D курсор. Здесь убираем все трансформации и говорим, дорогой мой, мир, вот сюда. Вот. Вот так. Коровьи рога. А здесь жемчуга. Я думаю, что вот это Edit Mode. Вот этот. Это ребро. Вот это ребро. Можно сделать еще поуже. Вот так. Сюда. Хорошо. Так как это у нас штука примитивненькая, то мы будем делать ее из примитивов. Цилиндр, да?
нужен нам такой цилиндр. Это значит, что он здесь объект мод. Так, берем цилиндр. Где он там? Mesh. Я думал, что лучше конус взять. Его уменьшить чуть-чуть. 26, может быть. Так, так. Локацион по Z. Вот здесь надо уменьшить. Вот так. Теперь ее увеличить. Вот эту часть. И в общем. Так. И вот так. И вот так. И здесь. Вот так. Примерно. Может быть, тут чуть меньше сделать. Радиус один. Так. Так. После этого мы можем пойти Edit Mode, выделить вот эту и вот эту и сказать Ctrl-B. Это то, что нам нужно. Все. Подводим его сюда. Ну и если нужно, наклоняем. Пока вроде как не нужно. Так, то же самое делаем корпус. Так, выбираем выделение. Тут мы можем взять уже цилиндр. Цилиндр. Повернуть его по оси X. Ротацион X 90 градусов. Вот так. Уменьшить. О. Вытянем сейчас S по Y. Так. Теперь пойдем Edit Mode. Вот эту часть мы ее сожмем. Вот так. Ну а вот это вот закруглим до невозможности. Да? Это будет Ctrl-B. Так, и здесь будет тоже Ctrl-B. Есть. Подвигаем. Придется шею нагнуть. Если мы скажем сюда, уже по Y, вот так, да? То эта штука должна быть нагнута R, так чтобы она встала правильно. Так. Единственное, что мне не нравится, что вот это ушла куда-то G. И маленечко побольше сделаем ее. Так. И S по Y сожмем. Вот такая вот. Вот. А далее нам надо с вами сделать ножки. Ножки мы можем из этого сделать Shift D. P нажимаем, делаем селекцию. Теперь выбираем ее. И уменьшаем S. Ну, тут как захотим. Можем, конечно, перевернуть. Сейчас, секундочку. R. О, это ось какая у нас? X, да? X. На 90. Можем так сделать. Можем наоборот сделать. Как понравится нам. Так, теперь S.
АЗ то выделяем. Угу. И здесь смотрим так вот. Спереди немножечко продвигаем ноги G. Так вот. Раз. Не совсем хорошо G. Ползу. Так вот. Я думаю, что можно еще немножко G, R. Так вот сделать. Да, вот так будет хорошо. И теперь то же самое. Объект. 3D курсор. Убираем ненужные трансформации. Идем Mirror. Получаем X. И видим, что можно было бы пошире раздвинуть. Так. Смотрим отсюда. Так. И R. Геометрию сначала R. Вот так. Так, думаю, будет хорошо. Я надеюсь. Объект с режим 3D курсор. И теперь модификатор. Тут надо убрать. Модификатор. Mirror. Вот теперь хорошо я вижу, что может быть их немножко вперед вот так R сказать. Сюда подвинуть вперед. И если теперь сказать, что мы согласны, то мы можем сказать set origin геометрии и еще раз немножечко ее вот так сделать. Так, мне кажется, она будет симпатичнее. Нет? Так, теперь Shift D делаем, тянем по Y и разворачиваем R по Z на 180 градусов. Получится вот такая штука, которую надо немножко оттянуть назад. По Y опять же. Так. Ну и хвост надо какой-то придумать. Я не знаю даже. Давайте его сделаем. Просто такой вниз, да? Такой же вот кубль. Кугулечек. Такой же Shift D. По Y, да? И уменьшаем. И удлиняем S по Y. Так, теперь тянем его к тулушу. G по Y. Нет, по Y, ребята, по Y. Вот сюда. Ну, чуть выше. Смотрим сбоку. Чуть выше выполняем G. Так, и R. Еще раз. Вот так. Так получится у нас коровенка. Но ее надо поставить еще на... Сколько у нас времени? 19:34. Давайте мы ее поставим на площадку. То есть ее будут тянуть за веревочку. Вот ничего не выделено. Ну и хорошо. Мышь. Куб опускаем вниз, сюда. И начинаем формировать
Эспозиту сдвинули вот так. Эспо-игреку вот так площадка. G по Z наверх. Так. Видим, что маловастенько. Значит, будет S по X. Не странно, почему оно неровно ставится. Странно. Скорее всего, где-то у нас неправильно был этот стоял G. Вот так. Вот. И вообще вот сейчас поставим на место его. Вот так вот. Хорошо. И теперь уже колесики. Колесики очень просто. Делаем mesh. Цилиндр. Сжимаем его. Да, так не сжимает. Вот так сжимает. И переворачиваем. Этот сион по Y, куда? 90 градусов. Вот так. И примериваем. Сюда, если мы поставим. Большевато. Я думаю, что вот так будет хорошо. Так, S по X немножечко пошире сделаем. Теперь прикрепим ее вот сюда. Подождите-ка. Тут же, конечно, будет по X. Сюда прижиматься она будет. Так, хорошо. И заодно мы тогда скажем сейчас следующее. Может быть, ее подвинуть еще. Но это мы сделаем сейчас. Скажем, сначала set origin 3D курсор. Убираем трансформации. Говорим, что у нас мир. Вот он встал. Отлично. Чуть-чуть отодвинуть. Жи все-таки отодвинуть по Y надо. Вот так. И по Y. И будет у нас Mirror. Вот у нас эти есть. Нет. Ну ладно. Да. И теперь еще раз сбоку смотрим. G. Shift D, вернее, Shift D по Y. Вот так. Ну и здесь надо еще такие палочки поставить, типа, которые крутиться будут смешно. Это будет Shift A. Нет, мы все отключим сейчас. Нам ничего не надо, чтобы было выделено Shift A. Возьмем цилиндрик. Его уменьшим до невозможности. Вот так. Потом перевернем, какая у нас будет ось. Y, да? Y переворачиваем на 90 градусов. Вытаскиваем по X. Смотрим сверху. Так. То есть X. Ой! Бывает, когда G не нажмешь, сразу X. Вот так. Так, и теперь G по Z опускаем. Вот так, вот сюда вот такую штучку. Так. А здесь мы смотрим сбоку сейчас. Вот так, сбоку, вот с этого боку. Так, и говорим Shift D. Вот сюда ставим. Ну, обои эти можно немножечко внутрь. G по X. Вот так.
Это вот так, да? Ну и теперь эти уже без проблем. Мы их объединяем. Shift, Ctrl, J. Говорим объект. Set Origin 3D курсор. И умножаем это, вернее, говорим, что дорогие мои москвичи, дайте я вас сейчас поцелую. Mirror. Но мы убираем все reset трансформера, поэтому они стоят все правильно теперь. Все, готово. Последнее, что мы можем сделать, сказать smooth. Не забываем, что у нас должно быть как минимум нормально на 30%. Здесь тоже. Здесь тоже 30%. Так, ну и эти колесики, конечно. Видите, чтобы это не происходило, 30%. Ну и все. В общем, вот она у нас готова. Кровятина, но ее надо красить. Но красить будем ее в следующем видео. Договорились?